Художественный руководитель «Геликон оперы» Дмитрий Бертман рискнул. Он предложил поставить любимую всеми оперу «Богема» Пуччини четырем молодым режиссерам. Каждому отвели одно действие. Каждый творил и экспериментировал, и должен был вписаться в единый проект. Четыре режиссера ставят один спектакль. Это еще и тест на то, чтобы выработать общую концепцию, чтобы общаться вместе, чтобы присутствовать не только в своих актах, но и в других актах, поставленные другими режиссерами. Это вообще очень интересное само по себе задание. На пресс-конференции они так и сидят в ряд. Дирижер Филипп Селиванов, молодые режиссеры и художники. Это тоже своего рода спектакль. Бертман представляет каждого как молодого, талантливого и, несомненно, богемного. Первый акт поставила Лиза Корнеева, выпускница ГИТИСа. Единая концепция давала нам единый вектор развития мысли нашей режиссерской. И это самое важное, что задал Дмитрий Александрович, наверное. Вот это его атмосфера в нас проникла, и мы с ней вот этот месяц жили и создавали. Второй акт поставил Дмитрий Атиковский, который успел побыть солистом в «Мариинке», а потом переквалифицировался в режиссеры. Слева от них Михаил Сабелев из Кемерово и Лисан Сафаргулова из Уфы. Художники Ирина Сид, Федор Архипов, Максим Греллер тем временем за кулисами распеваются. Мы, конечно, любим классику, это правда. Но всегда интересно попробовать что-то новое, тем более в данном случае, когда это экспериментальный проект в том плане, что ставит не один режиссер, а сразу четыре. Костюмы концептуальные, хочется рассмотреть вблизи. Философ Колен похож на стилиста со своими дредами. Это опера, музыка. Для меня первичная музыка. Но участвовать в экспериментах тоже интересно. Первое действие разворачивается на фабрике по производству холста. Довольно неожиданно, если учесть, что в классической постановке герои живут на мансардах латинского квартала в Париже. Второе действие – фабрика становится ночным клубом, лофт-пространством. Далее действие переносится в парк с каруселями. И все же, несмотря на амбициозные замыслы молодых, все соединила великая музыка и прекрасные голоса солистов «Геликон оперы». Зинаида Курбатова, Виктор Виноградов, «Вести».